Как собрать ребенка в садик или школу к новому учебному году? Многие чебоксарцы задумываются об этом уже сейчас, в разгар лета. Кроме новых портфелей и канцтоваров, детям нужны майки, футболки, носки. Наша съемочная группа побывала на ярмарке трикотажа и текстиля и узнала, что интересует жителей столицы республики. От сорочек и пижам до платьев разных расцветок. Женщины говорят, здесь есть за что зацепиться взгляду. А мужчины на ярмарке «Ивановский текстиль» меряют футболки и джемпера. Многие посетители уже сейчас думают о том, в чем их дети будут ходить в садик или школу, когда наступит холода. Ребенок быстро растет, всего 5 лет. На вырос по одному, на один размер. Хлопок удобный, шею хорошо закрывает, особенно осенью, весной прекрасно. Кроме трикотажных изделий, в Иваново шьют, конечно, постельные комплекты. Полутора- и двухспальные с двумя пододеяльниками или простынёй на резинке. Наши ткачи сохраняют вековые традиции и работают только по стандартам ГОСТа с натуральными тканями. Среди посетителей выставки есть те, кого интересуют подушки, одеяла. Одни запасаются на зиму, другим, наоборот, хочется чего-то полегче. Особое внимание к наполнителям. Это перо, лебяжий пух, овечья или верблюжья шерсть, бамбук и эвкалипт. Вот такое покрывало я выбрала себе. Ну, у нас подушки, одеяло и покрывало. Все. Жарко стало, теперь мы тоненько выбираем. Ярмарку «Ивановский текстиль» в Чебоксарах можно посетить до 15 июля включительно.